Простите, а кто вы вообще? Меня зовут Анна Круглова. Я топ-модель и живу в Париже. Жизнь, она очень шаткая. Ты же это лучше всех знаешь. Ты знаешь, но ты ее нарочно раскачиваешь. Зачем? Нет, это какое-то затмение. О, ты смотрел этот фильм про Поля Верлена и Артура Рембо? Хоппа! А у тебя сколько мужчин было? 12. Ну, то есть с отношениями? У меня 20. Что-то нервная ты такая. У меня стресс. У меня, поймите, слабые нервы. Иди. Лечись. Когда вы заберете меня отсюда? Заберите меня во Францию! И она здесь, в этом зале. Посмотрите, вот она. Да. Здесь не Париж. Здесь другие люди. И на подобные предложения здесь бьют морду. Но здесь ничего такого. А ну пошли отсюда, собаки вонючие! Здесь какой-то сумасшедший, и ты сумасшедший. Помнишь, что модели, когда без работы, просто с мужиками за деньги спят? Эй, Каза! Ты знаешь, ты просто уже спятил от всех этих видов, закатов, от этой тупой сентиментальной чуши. Анишка! Да нет, давайте про любовь. Давайте.